Пошли домой, ребятки. Как я и обещал, я почитал Робинзона Круза. Даже 4 странички. Гремит гром. Вот там над озером грозовые тучи. В общем, ребята, прохладно. Я в курточке, в джинсовой Чака Норриса. И даже в ней, в общем, сейчас уже прохладно. Вчера я вообще в балоневой куртке уже расхаживал. Меня это устраивает, да, как я уже не раз говорил, после того, как мне пришлось отказаться от заплывов. А от заплывов мне пришлось отказаться, знаешь почему? Потому что у меня шея, там пережимаются какие-то сосуды. И, в общем, был плачевный результат после этого заплыва. Я, в общем, у меня так помутилось в голове, и не проходило это очень долго. Потом, после этого, то, как у меня помутилось. Да, вот так. Ну, на шашлыках народ буйный, лучше сильно не снимать. А то заставят удалить не только видео, но и саму камеру, да и меня самого попытаются выпилить. Хотя, зря я так преувеличиваю. В людях хорошее и плохое полностью вообще сходятся в одном флаконе просто. Не то, что даже в одном флаконе, что чаще всего это, в общем, вообще вместе полностью. Так что буквально не далее, как вчера, я в этом в очередной раз убедился. Так что еще раз повторяю, как вот в Робинзоне Круза. Если Робинзон Круза вот увидел дикарей, которые едят человека, то есть увидел людоедов за их людоедским делом и решил их истребить. С той мыслью, что такие изверги не должны существовать. А потом одернул сам себя. Потому что так он, таким образом он тоже получался людоедом. Вот и все. Поэтому только если хочешь что-то изменить, то только как-то уговорами по-хорошему, либо просто, знаешь, есть такие субъекты, супчики через букву Б, которых просто надо держаться подальше. Вот и все. А вообще, еще раз многократно повторяю, что единственное, что я знаю, что может изменить общество к лучшему, людей, мир там и так далее, это классическая литература, ну вообще, как классическая. Хорошие книги. Книги бывают плохие, конечно, есть плохие, но в основном те, что изданы в академических изданиях, они все хорошие. Вот тут уж ничего не скажешь, вот эти старые подписки все. Бери, читай. Да нет, не все. Я имею в виду вот Бальзак, Диккенс. Ну, блин, мне уже говорили про то, чтобы я разместил на своем канале список литературы. Ну, каждому свое. Мне вот, допустим, есть какие-то писатели, которые изданы в академических изданиях, но которых я вообще не могу читать. Мне просто не нравится, и все. Ну, я думаю, что среди, допустим, той же самой школьной программы не может не быть там книги, которые кому-то не нравятся. Школьная программа очень интересная. Знаешь, на лето задавали читать по сотне книг, а просто это каждый, даже тогда меня в детстве это удивляло. Неужели кто-то рассчитывает, что кто-то из детей прочитает вообще хотя бы одну из них среди списка литературы? Ну, может быть, этот список литературы давался как раз с запасом, чтобы, может быть, что-то будет замечено и что-то прочитано. Ладно, сейчас я прихожу к моей коммуне.
ребята, и захожу домой. Вот это, по-моему, вот это окошко. Нет, какое окошко, я тут не знаю. Я буду ловить. Да, вот, я не ошибся адресом. Так, в порядок одевать тапочки. У него что началось, не знаю. Да кричал тут чипсы, он уже сколько раз это делает. Вот, все. Мой уголок. Будем коротать вечер, ребятки. Оптимизм, оптимизм. Силы добра всегда находились в опале. Надо держаться, друзья мои.